Значит, сегодня у нас Юля Батьковна Александровна будет варить из вот такой, покажи, огромной рыбины, уху. Вот. Ну, конечно, не всей. Я сейчас отрежу вот так вот хвостик, а это все на новогодние там стейки. И засолим. Ну что, пошли дальше. Теперь дрова надо рубить. Еще будешь уху-то варить, расскажи. Из чего? Из картошки, рыбы, специй, воды. Воды. Воды и лука, да? И еще мы туда углей накидаем, палок. О, все. Пошли, давай костер разводи теперь. Сейчас мы тут, вот такой у нас котелок. И сейчас Юля будет разводить костер. Ну, давай, показывай класс. Берет дощечку и рубит. Сил нету. А он сколько нарубила-то уже? Все, закончились силы. Силы закончились? Да. Ну все, иди картошку чисти. С луком. Да? Ага. Ну, сейчас вот папа. Сейчас у нас совсем другой век. Раньше спичками, сейчас такой горелкой. С помощью коры Юля разжигает костер. Ближе туда делай, что ты боишься? Вот. Сейчас костерчик. И начнем уху готовить. Вкусное, вкусное, привкусное. Как хорошо снег лежит. Смотрите-ка. Сегодня минус 8. Вообще красота. В общем, у нас вода там закипает. Я разделал рыбину с помощью ножа, пакета. Сейчас мы домой. Давай пакет. Вот такие кусочки домой нарезал, чтобы дома не разделывать. Вот. И оставил. Это вот такое вот посолить. Чтобы чисто. И сейчас мы сварим голову. И хвост, и еще немножко рыбки, чтобы было у нас пожирнее, повкуснее. Вот такой вот уху из лосося. Вот такая вот. Сейчас промоем хвостик, голова, и все, будет у нас уха. Да, Михан, вкусно будет уха? Да, наверное, наверное вкусно. Супер. Ну все, это домой тебе жарить, солить, а это сейчас буду уху варить. А это собакам шкурки. И все. Что, скипит там уже, Ваня? Нет еще? Ну все, скоро закипит. Вода вскипела, кидаем картошку. Картошка порезана не сильно мелко, не сильно крупно. Кидаем. Буль, буль, буль. Буль, закрываем. Потом что делаем, Юля? Варим. А что варим? Варим картошку. А потом? Потом добавляем рыбу. Все, отлично, слышали все. Буквально 20 минут у нас будет готова уха. Следующий этап или фаза, это мы закидываем вот столько рыбы и луковицу одну. Открываем, кидаем. Бросай, ничего страшного. Ух, аккуратненько. Ну все. Закинули рыбки. Сейчас будем ее потом специи. И зелень. И уха готова. Буквально 5 минут сейчас она будет готова. И будем обедать. Вот, друзья, настоящая уха с целого лосося. Видели? Сейчас будет у нас обед обалденный. Пока-пока подготавливает площадка. Юля варит нам уху. Ну что там, получается, Юля? Угу. Что-то прям наваристое. Лосось какой. На такую маленькую кастрюльку. Сейчас кипит уже, да, в принципе, она уже готова. Надо пробу брать. Юля, соль добавлять. Да? Все. Что, пришло время специй. У нас все готово. Уха практически. Из петуха. Добавили даже яйцо. Кидай. Листочка 3. Хватит. Луковица целая, большая. И хватит. И горошком перца. Еще. И пусть настаивается. И будем обедать. Вот смотрите, какой она жирный прям бульон. Ну, да, перец, смесь, да. Прям штучек 7. На такой большой котелок получился. В руку сначала, Юля, всегда. В руку. Ну, сыпай, сыпай. О, хватит. Все. Хватит, хватит. Засыпай на такую, хватит. Вот и все. И пусть настаивается. Закрываем крышкой. Опа! 5 минут и будем раскладывать еще потом тарелочки, зелень. Что такое? Перец попал? Нет. Дым летит. Дым? Ну, все.
кому будем по русской доброй традиции головешку засовывать. Раз. Запахом. Как в ресторане прям. Вот такая уха у нас готова. Смотрите, какая ароматная. Даже с костром. Хотя на костре ее изготовили. Сварили. А в ресторане-то варят на плите. Но ничего, будет головешка. Всем приятного аппетита. У нас такой получился супер уха получилась. Из лосося. Вкусно очень? А тебе эту палку не свали? А? Не хочешь с палкой? Ладно, папе сейчас сюда ее. Пусть постоит. Она не тонет. Всплывает. В общем, обалденно. Как пробу? Сняла? Все вкусно? Что там в облаках? Мечтаешь? Вкусно очень. Все супер. Вот такая уха из лосося.